как изменились цены. Где? Цены на продукты. Нет, не заметила, не хожу. К Новому году всегда меняются цены, уже пора привыкнуть. А на что? На повысились? Все продукты. Да на все. Не заметила, повара были такие есть. На масло подсолнечное, сайра. На хлеб вроде бы не изменилась цена, но на масло, на сливочное, на что еще, на подсолнечное масло повысилась цена. Ну, такие основные продукты питания, на молочные продукты. На молочную, молоко, творог, масло, сливочное и растительное. Изменились. На какие виды продуктов? На мясо, на рыбу. Дорого все. В некоторых местах просто цены набивают заранее, а потом делают вид, что снижают. Цены на продукты бьют по карманам многих ангарчан, несмотря на то, что Новый год – самый долгожданный и любимый праздник. Некоторые будут вынуждены пересмотреть желания и сэкономить на ассортименте праздничных блюд. Заранее как бы ничего не закупали, но овощи у нас как бы есть. А вот, скажем, мы бы небольшой стол будем делать, потому что очень накладно получается как бы по цене. На чем решили сэкономить в этом году? На мясе. Решили сэкономить на мясе. Почему? Потому что дорого. Никогда не экономим на Новом году. Поэтому все, что захотим, то и приобретем. Хотелось бы повкуснее на стол приготовить. Ну да, наверное, что-то сэкономим, будем экономить. А на чем вы? На чем? Ну, наверное, вот это красная рыба, красная икра. То есть поменьше на стол. Курица подешевле. Месяц как переехал в Ангарск. Что вы можете сказать про наш город? Ну, хороший город. А, хорошо туда. Что вам понравилось в Ангарске? Да еще толком все не рассмотрел. А как цены в Ангарске на продукты? Ну, я в Ангарской области жил, там, ну, кое-что дешевле. Ну, а так нормально.